Скандал между водителем и пешеходом. Жители Паркового возмущены поведением автовладельцев. Инцидент произошел во дворе дома 29 по улице Бейвеля. Местные жители возмущены, что некоторые водители ездят прямо по тротуару. А автоледи говорит, что ей перегородили проезжую часть. Она заехала за мужем, а выехать не получилось. Машина, знаков никаких не присутствует о том, что это пешеходная зона. В итоге между людьми завязалась потасовка. Пришлось даже вызывать полицию, но до приезда оперативников им удалось решить конфликт самостоятельно.